Иди за белым кроликом. За белым кроликом. Там прикольно. Вот увидишь. Да. Конечно. Я иду. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Дома кто есть? Нету. Никого нету дома. Как тебе это удается? Не поздно отказаться. Потом пути назад не будет. Примешь синюю таблетку, и сказке конец. Ты проснешься в своей постели и поверишь, что это был сон. Примешь красную таблетку, войдешь в страну чудес. Я покажу тебе, глубока ли кроличья нора. Только в терновый куст не бросай. Вдруг охотник выбегает. Прямо в зайчика стреляет. Я не припоминаю, чтобы он когда-либо говорил о кролике. Это явление часто встречается у параноидальных шизофреников. Пиф-паф! Ой-ой-ой! Умирает зайчик мой! Ах, какой я несчастный! Не везет мне в жизни. Принесли его домой. Оказался он живой. Я покажу тебе, глубока ли кроличья нора. Только в терновый куст не бросай. Мы просто хотим ему помочь. Я покажу тебе, глубока ли кроличья нора. Я покажу тебе, глубока ли кроличья нора. Понаставил тут ловушек. Ступить негде. Я покажу тебе, глубока ли кроличья нора. Только в терновый куст не бросай. Я смотрю, у вас новоселье в полном разгаре. Только в терновый куст не бросай. Только в терновый куст не бросай.